вами Базуна, и сегодня я хотел бы рассказать о Катрине Давыдовой, что у нее появился, только вот появился, появилась страничка в Инстаграме. Я ее и создал. И да. Да. Вот я ее создал, вот да. Она меня попросила, чтоб я это снял. Ну ладно. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите мои видео. Пока-пока.